Вау, всем привет! И снова с вами Павел Старостин, все еще преподаватель танцевальной студии Galdance. Сегодня мы с вами потанцуем такое направление, как New School. Да, повторю, что хип-хоп делится на Old School и New School. Да, старая школа и новая. Сегодня мы немножечко освежим свои мысли и какие-то знания про хип-хоп и потанцуем New School. Окей, но сначала разомнемся. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Делаем так громче. No stains on my white G-Bezos. Wanted 20 mil, turn my shit to pesos. Got a billy, wanna cut Chef Bezos. Hey Alexa, I'm playing, baby, please don't take me off payroll. So she got that booty poppin' like it's bubblegum gum. Beat up on that booty like rum-pa-pum-pum. When I listen to your bullshit, nah-nah-nah-nah. Baby, gravy, drop it, heat that rat-a-ta-ta. Yo, bitch, a little Cavassier. Yo, come on, no game to lift the egg. Yo, my guns up, baby, underlay. Let's get it lit like it's a holiday. Hey, Gravy. Hey, baby, what's good, bitch? Every day I wake up and I'm back on my bullshit. Back a million times, I say a word, it's some good shit. I was born in Mac, I'll be on some Fleetwood shit. On the stand, give a minuscule fuss. And he ain't bought a pussy boy crush. Gravy baby stop crying, stuffy hush. Hey, star studded a vic when I'm in LA Park. I think I'm part wild drink in the rally car. I'm like a blunt mixed up with some caviar. I think your mom put shit to get me down. Got that booty popping like it's bubble gum gum. Beat up on that booty like rumpa pom pom. When I listen to your bullshit, nah 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 nah. Okay, you should have.
6, 7, 8, Для того, чтобы нам вообще почувствовать хип-хоп немножко еще, да, нужно немного размяться в этом стиле. И сейчас пару базовых движений. Поехали. Сразу под музыку. Окей. Итак, первое наше движение будет Happy Feet. Раз, два, три, четыре. Повторяем за мной, как будто смотримся в зеркало. И да, симметрично все повторяем. И раз, два, три, четыре. Раз, два, три, побыстрее. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Окей, хорошо. Другой вид этого движения. Следующее движение, которое мы повторим, это крис-кросс. Медленно сначала. Раз, крис, два, крис, другой ногой. Раз, два, три, четыре, шесть, семь, восемь. И побыстрее. Семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. И быстрее. Раз, и два, и три, и четыре, и отлично. Окей. Да, это были движения из так называемого old school. Да, но мы их вспомнили, чтобы размяться и немного прокачать свои ноги. Окей. Следующее, да, что бы я хотел рассказать, это флекс. Да, флекс это уже часть new school. И пару движений мы сейчас разберем. Камон, сразу под музыку. Чтобы не скучать. Хорошо. Кач New School такой же. Ничем не отличается от Old School. Бум. Раз, два, раз, два. Только мы теперь будем поднимать одну ногу. Раз, два, раз, два. Раз, два, три, четыре. Раз, коленка с коленкой. Коленка с коленкой. Вместе, вместе, брось. Вместе, брось. Да. И на камеру должна быть видна пятка. Пятка, ровно. Пятка, ровно. Раз, два, три. И побыстрее. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре.
Окей, да, это вот были у нас ноги. Какой грув у нас в некоторых движениях флекса New School. Окей, теперь разберем руки. Какие могут быть руки? Руки, классическое движение D. Эй, бум. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Как будто вы отгораживаетесь от чего-то, да? Не хочу. Нет, не сегодня, come on. Окей, свяжем это вместе с ногами. Как это будет, посмотрим. И раз, два. Easy dip. Easy dip. Да, это называется easy dip. Есть большой дэп, да? Это идет уже с наклоном. Бум, и бум, и бум, и... Да, мы будем делать изи, изи, изи. Да, только рука. Одна полусогнутая, почти прямая, а другая у лица. Но не прижимаем к лицу руку. Окей? Пять, шесть. Попробуем по музыку. И раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Окей, попробуем побыстрее. Раз, 7, 8. И раз, и два, и раз, и два. Раз, и два, и раз, и два. Бум. I needed some shit with some bop in it. Let's go. I flew past the whip with that blunt in my mouth. Watch the swerve and that whip had a cop in it. My bitch got good pussy flower. Okay, хорошо. Следующее движение, это следующее. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Да, вот немножечко расскажу. Прям разграничивать по названию движения во флексе нет. Флекс — это вот такое общее понятие, которое имеет следующий смысл. Мы всегда выпендриваемся, да, перед кем-то, делая флекс. Флекс — это, в общем, да, выпендривание. Ну, какой-то такой смысл имеет, да. Раз, два. То есть что мы здесь делаем? Мы показываем, какие у нас классные часы, и при этом протираем свой рукав. Протерли, вниз поставили. Протерли, вниз поставили. Раз, два, три, четыре. А раз, это только руки. Три, четыре. Ноги выполняют следующую работу. Просто слайд в сторону. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Хорошо, а теперь свяжем вместе руки и ноги. Делаем замах. Протираем рукав, показываем, какие классные часы. И раз, два, три, четыре. Раз, два. Можно на месте делать, да, но обязательно нужно соблюдать грув. Грув в коленях, да. Когда мы делаем замах, и у нас сгибаются колени вместе с замахом. Бум, бум, эй, бум, 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 бум. Да, если сложно с ногами, то только руки. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Здесь у нас руки ни в коем случае не расслабленные, да? Они у нас не летают туда-сюда. У нас они держатся в определенной форме. Такая вот угловатая форма, и у меня на самом деле руки здесь очень напряжены, иначе это быстро не получится сделать. Здесь у нас руки будут очень сильно расслаблены. Окей. Ну что, попробуем небольшую связочку. Да, учебную для флекса. То есть будет у нас 4 деба, да, раз, два, три, четыре, да, и потом мы будем делать протирание. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Эй, хорошо, ну что, попробуем под музыку. Put it down, nice right now. Six, 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 six
Хорошо, ну что, пора сначала учить связку, да, которая будет в следующих видео, в следующих уроках продолжена, да, то есть это у нас будет только начало. Окей, итак, начнем. Начинается у нас движение с кика и кик, потом прыжок, ноги вместе и прыжок с разворотом. Еще раз, и раз, и два. Хорошо, по счету. Раз, да, руки тоже вперед работают вместе с ногой. И раз, потом на и у нас подставка, потом на два разворота. Окей, дальше, easy dive на три. Три, да, на камеру. Три и четыре разворота, да, разворот четыре. Потом пять, ставим руку обязательно вместе с ногой. Пять. Шесть. Хорошо. И заканчиваем. Семь и восемь. Хорошо. И еще раз. И раз и два. Три и четыре. Пять. Шесть. Да, на шесть у нас волна. Правой рукой получается. Шесть. И дальше у нас движение уже из олдскула. Семь и восемь. Да, небольшой прыжок. Семь, показываем пятку зрителю. И восемь шаг в сторону. Окей, еще раз. И пять. Шесть, семь, восемь. Раз и два. Три, четыре. Пять. Шесть, семь и восемь. Эй, хорошо. Что хочу сказать, видео в формате IGTV, поэтому вы можете спокойно перематывать на тот кусок, где вам непонятно, и много-много-много-много раз пересматривать. Или писать в комментариях вопросы, и я с радостью отвечу вам. Окей, ну что, попробуем под музыку. Не быстро сначала, медленно. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Окей, хорошо, побыстрее. Пять, шесть, семь, восемь. Раз и два, три, четыре, пять, шесть. Семь и восемь. Окей, хорошо. Хорошо, хорошо. Надеюсь, что вы успели все. Попробуем дальше уже учить и не будем терять времени. Окей. Но повторим сначала. Раз и два. Три, четыре, пять, шесть, семь и восемь. Окей, дальше флекс. Раз, два, кик. Три и четыре. Да, здесь нужно заметить то, что кик идет вместе с рукой. Кик, рука вперед. И четыре. Хорошо. Дальше. Пять и шесть. Хорошо. Семь и восемь. Раз. Да. В конце у нас идет дроп. Дроп — это такое движение, когда мы как будто сбрасываем сдерживающуюся у нас энергию. Бум! И при этом у нас идут руки. Идет рука через полукруг наверх. Потом, как будто мы хотим ударить об стол локтем. И при этом у нас что еще есть? Это грув в колене и подъем пятки. Бум! И бум! И бум! Окей. Ну что, с самого начала еще раз. Пять, шесть, семь, восемь. Раз и два. Три, четыре, пять, шесть, семь и восемь. Раз, два, три и четыре, пять и шесть, семь и восемь и раз, два. Да,
Пока что до сюда. Ну что, попробуем под музыку. Сначала медленно, а потом ускоримся. Окей, под Slim Shady немножко. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз и два, три и четыре, пять, шесть, семь и восемь. Окей, хорошо, хорошо. Попробуем побыстрее. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз и два, три, четыре, пять, шесть, семь и восемь. Раз, два, три и четыре, пять и шесть, семь и восемь. Раз, два. Окей, хорошо, хорошо. Да, но это не та музыка, под которую вообще эта связка делалась. Вот, сейчас попробуем именно под ту музыку. Окей, ну что, надеюсь, что вы успеете за мной. Поехали. Young Money. Делаем погромче. Yeah. Ride with the mob, hum to Allah. Check in with me, and do your job. Earth is the name, Ben Baller did the chain. Tono for the watch, Prezi plain Jane. Yamagini chain, rest in peace, I'm out of the area. Hermes, look up, feed the village in Liberia. Раз. Yeah. Young Money. Хорошо, в этот раз я буду считать, чтобы было понятно. Эйо Ферг. Yeah. Ride with the mob, hum to Allah. Check in with me, same do your job. Earth is the name, Ben Baller did the chain. Tono for the watch, Prezi plain Jane. Yamagini chain, rest in peace in my superior. Hermes, look up, feed the village in Liberia. TMZ, take it. Вот, отлично, ну что? Надеюсь, мы сегодня зарядились отличным настроением, да, и не будем не думать о никаком вирусе, который у нас там гуляет. Окей, всем добра, всем peace. Пау, пау, пау.